Друзья, нам удалось сегодня решить вопрос выделения Саратовской области за счет привлеченных ресурсов 75 миллионов на закупку автомобилей скорой помощи класса Б. Именно об этом мы говорили при посещении станции скорой помощи в Саратове. Не хватает именно этого класса автомобилей. Что же касается автомобилей класса С, это более дорогие автомобили, они оборудованы специальной техникой, дорогостоящей, стоит практически в 3 раза дороже. Говорю практически, потому что цена, понятно, плавает в зависимости от комплектации. Эти автомобили будут поставлены в Саратовскую область за счет средств федерального бюджета. У нас заявка на 25 автомобилей. Их хватит для того, чтобы обеспечить и скорую города Саратова, и скорые городов и районов Саратовской области. Надеюсь, что и этот вопрос мы решим. Также Саратовскому медицинскому университету будет выделено 240 миллионов рублей на развертывание резервных коек для борьбы с коронавирусной инфекцией. Надеюсь, эти средства будут эффективно потрачены с тем, чтобы помощь оказывалась качественная и помощь была доступная, и самое главное, чтобы оперативно могли оказать людям необходимые медицинские услуги. Здоровья вам!